учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg, Майкл Блумберг. А, молодец, не стал изыскиваться в названии своего агентства, высказал такую мысль: никому не удавалось брать, не отдавая. Очень интересная вообще мысль. Действительно, для того, чтобы взять что-либо, ну, допустим, хотя бы взять вот эту камеру, я должен протянуть свои руки. То есть я должен затратить какие-то усилия. А для того, чтобы что-то взять, надо знать, как это сделать. То есть здесь идет и процесс самообразования, и умение осуществить как то, что вы приобрели в результате образования, применить все это дело. И тут получается, что вы отдаете, сначала отдаете для того, чтобы что-то взять. А Руперт Мердок, крупнейший в мире медиамагнат, высказался кратко: личные интересы превыше всего. Мысль, конечно, эгоистична. Но по большому счету, давайте задумаемся. Жизнь дается вам. И как вы ее отработаете, зависит от вас. Можно ее положить на другое дело, на кого-то еще. А почему он не воспользовался своей жизнью, что вы должны за него отдавать свое время, свои, будем говорить, личные интересы, жертвовать этим? Вот подумаем об этом. Это тоже важно. Конечно, важно, чтобы все было как-то в гармонии, но в то же время. О личных интересах не следует забывать.